Приветствую вас, дорогие мои друзья. Спасибо всем за лайки, за подписки, за ваше внимание, за ваше доверие. Сейчас мы будем смотреть с вами все о его чувствах. То есть вы загадываете партнера, я тасую колоду. Если не совпадает, если чувствуете, что ситуация не ваша, не путайтесь, не смотрите. Итак, вы загадали партнера. Расплетите руки-ноги и обязательно произнесите его имя, возраст, можно мысленно. Все о его чувствах. Что за партнер? Что за партнер сейчас к нам? Человек, который не в ресурсе по пятерке пентаклей. Это может быть и земная стихия, может быть просто человек не в ресурсе, может быть просто, вот видите, выглядывает на всех, как щенок из будки. А что мне надут? То есть и всего скорее позиционирует себя в отношениях именно таким щеночком. Еще характеристика. По девятке чаш, раз человек не в ресурсе, смотрите, по девять чаш, за счет этих отношений он хочет наполниться. Он хочет получить энергию, он хочет что-то взять для себя, чтобы стать вот таким вот джинном всемогущим. Что у вас за ситуация? Характеристика вашей ситуации. У каждого есть свои мечты. По старшему аркану звезда, есть свои мечты, свои цели. И что это за цели? Борьба, противостояние. Каждый что-то, видите, два героя сцепились, у каждого по мечу. У вас сейчас какое-то противостояние, либо явное, либо какое-то внутреннее, оба не согласны с тем, что происходит в этих отношениях. Противостояния возникают в отношениях, когда герои, когда люди хотят разного. У каждого своя картина мира. То есть вот по карте звезда всего скорее цели у вас с партнером разные, потому что своя картина мира. И его чувства. Смотрите, карта колесница. И карта колесница говорит нам о том, простите, колесо фортуны говорит нам о том, что человек вообще сам по себе фартовый. И считает, что ему повезло с вами, что вы его удача. Вышел сам на разговор в виде короля пентаклей. Видите, уже повторяется карта. Вначале был пентаклевый герой такой, который не в ресурсе, а на самом деле он хочет быть важным, серьезным. Может быть, это земная стихия мужчина, может быть, там всего скорее ваш ровесник где-то по королю пентаклей проходит. Человек, который любит деньги, человек, который любит какие-то определенные ценности, красивые вещи, и может быть по этой карте просматривается скуповатый. Ну конечно, раз он не хочет вкладываться, а хочет за чей-то счет наполняться, значит, конечно, тут скупость просматривается. И он считает, что вы тот ресурс, ему с вами повезло, который готов его наполнять. По десятке жезлов этот человек может без ваших энергий, без вашего к нему лояльного, хорошего отношения чувствовать себя убитым, разбитым, ненужным. То есть явно просматривается какая-то зависимость, какая-то инфантильная позиция. «Дай мне» эта позиция называется. А чувство? Это позиция. А чувство? О, чувство. Я император. Он считает себя значимым, важным. Он считает, что он все правильно делает в этих отношениях. Он считает, что он для вас наилучший вариант. На самом-то деле он себе не признается, что ему с вами повезло. Да, что вы готовы в эти отношения вкладываться, а он считает, что так и должно быть, что это он заслужил такую женщину, что это он важный в этих отношениях. Ну, а вы так себе. Смотрите, по пятерке чаш тут просматриваются какие-то депрессивные состояния. И, возможно, депрессивные состояния навеяны вашим желанием что-то продавить в этой ситуации, в этих отношениях, потому что вы явно тут недовольны, вам явно не хватает внимания и чувственности с его стороны. А он вот считает, что он и так вам дает достаточно много, что с вас и этого хватит. Какой он вас видит? Ну-ка посмотрим.
Он считает вас какой-то пентакливым пажом, человек, который, ну вот, должен подавать ключи, так скажем. Здесь видите, герой с ключом, что вы, он будет заниматься ремонтом своей жизни, а вы будете подносить ему ключи. Знаете, есть такая поговорка: принеси, подай, иди нафиг, не мешай. Вот. Вот он вас видит инструментом в своей жизни для реализации своих целей и планов. А чувства? Вы выходите по карте императрица, и вообще вы пара. Раз он император, а вы императрица, то потенциал, конечно, он прекрасно вас видит и прекрасно его осознает, но почему-то все время принижает вашу ценность, не дает вам статус императрицы. А вы-то прекрасная императрица, вы-то должны это понимать. Вот на этой почве у вас и противостояние. Что еще нам скажут карты о его чувствах? Буду развивать, он говорит, буду развивать, буду махать косой направо и налево по восьмерке жезлов. А если мне что-то не понравится, я ухожу, он говорит. Вот. А, то есть он пытается вас зацепить за такой эмоциональный крючок. А, и это очень похоже на манипуляции. Да? Есть такая позиция в отношении газлайтинг. То есть если ты не делаешь так, как я хочу, а я хочу то, что правильно для нас, а на самом деле, конечно же, для него только, он вас не задумывается о вашей ценности, то вот он говорит, если ты это делать не будешь, как я хочу, если вести себя так не будешь, если вот ниц падать передо мной не будешь, а императрица же ниц не падает, и вы, конечно, у вас получается противостояние, да, то он говорит, я буду уходить, я каждый раз буду уходить. Ну хорошо, ты будешь уходить, а будешь ли ты возвращаться? Да, я буду возвращаться, я буду возвращаться. Сначала я ударюсь в головой с работу, в работу свою, заработаю денег, опять-таки проанализирую ситуацию и опять-таки буду доносить тебя. Я важный, я ценный. Тут мужчина земной стихии, конечно, просматривает такой несколько меркантильный. По семерке жезлов конфликтность присутствовать будет всегда до тех пор, пока мужчина не начнет осознавать, насколько вы все-таки равные в отношениях. Равного энергообмена в отношениях пока у вас нет. Из-за этого, вот по карте два мечей, у вас противостояние. То есть он вам не дает равного энергообмена, а вы чересчур много вкладываете в ожидании того, что этот равный энергообмен вы рано или поздно получите. Так получите ли? Давайте посмотрим. Да. Да, придет время, и вы получите по королю чаш. Мужчина научится вас любить, научится дарить вам свою любовь. Но ой, как много придется вам запастись терпением. На дне колоды подсказка 4 пентаклей. Берегите свои ресурсы, берегите свою энергию. Не представляйте себе жертву в этих отношениях. Не надо ложить все на плаху этой любви. Мужчина и так без вас никуда не денется. Он просто не хочет признавать, насколько сильно вы ему нужны, насколько сильно вы ему важны. А признавать не хочет, потому что он этого еще просто-напросто не понял.